Салют, земляне! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это трансформеры, созданные сражаться. Мы продолжаем, и у нас вторая глава Откровения, вторая миссия — управление гнева, или управление гневом, как-то так. В общем, давайте приступим, собственно, не будем это дело откладывать, посмотрим, какой тут необходимый... О, а тут 335 уже необходимо, но знаете, что я думаю, друзья? Я думаю, что нам следует немножечко улучшить нашу команду. Потому что враги становятся все жестче. И... Так. Стоять. Мне бы как-нибудь бы... Что такое? Что такое РК? Что это такое у них? Вот высвечиваются какие-то странные... Так вот как оказывается. Так, вот. Апгрейд. Левел ап. Хотя куда ж там еще выше ты? Что это такое? Это что это? Это фильтр, ёлки-палки. А ранг повысить, к сожалению, нельзя. И чтобы повысить, нам нужно еще какой-то, блин, это треугольник найти. Спарк. Найдите больше на рейде надо найти. Понятно, все. Ладно, тогда выбираем другого. Кто у нас там в команде? Ну, давайте сначала Аренхайда подтянем. Этот тип очень крутой. И он нам пригодится. Так. Ага. Ну, давайте по максимуму прямо. Во! Во, сразу 8-й. 9-й сходу. Так, 10-й. О! Вот это другое дело. О, как его распирает-то, а? Однако, сего. 158. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. Так, что у нас еще есть? Так, погодите. Аренхайд. А, этот. Как его? Мираж. Ну-ка, давайте-ка ему апгрейд сделаем. Так, ну, что это? Ох ты. Ни хрена себе. Привязано к нему. Забавно. Ну, давайте сначала хотя бы такое потратим, я думаю. Ага, 4. Во. Во, нормально. Так. Ну, еще чуть-чуть. Во. Другое дело. Так-то лучше. Гораздо лучше. А тут уже что-то ничего не повысишь. Нужно вот этот вот искать... Какой-то, не знаю, что это даже такое. Основная искра. Искра какая-то. Т1. Хм. Ну ладно. В принципе, я, наверное, подогнал наших ребят на максимум возможного. Тьфу ты, ёлки-палки, я не того прокачал. У меня же два этих миража. Ё-моё! Как так, а? Так, ладно. Вот это косяк, а? Вот это косяк! О! А что это такое появилось? Фордж. Что это такое? Так, вы должны... Так, 12 этих получить. Выбрать... Блин, а? Не-не-не-не-не-не-не. Короче, займемся чисто улучшением. Блин, я столько потратил, охренеть просто. Что это такое? Что это? Привязано что-то. Это что это вообще такое? Ни хрена себе. 13 дней каких-то. Ну, давайте вот это вот допустим. Ну-ка. Что случилось-то вообще это? Так, погодите. Закрыть. А, то есть, смотрите, они как бы привязанные, да? И ты их можешь, видимо, либо продать, либо еще что-то сделать. Ранг тут, естественно, никак не повысить. Ну, оно-то и понятно. Так, ну давайте хотя бы еще один открепим. Вы гляньте, их тут сколько. С ума сойти, вы гляньте, какое количество. Это ж охренеть. Так, вот. Давай-ка этот. Этот давай-ка. Ну, еще вот этот вот. Самое то, я думаю. Угу. Ох, как долго-то прокачка-то идет, а. Смотрите, прямо еле-еле. Душа в теле. Ну что, еще что ли предлагаете? Ну давайте вот эти вот тогда отзовем. Мне бы хотя бы
поднять его уровень. Во. Во, вот так вот. Во, во, во. Все, нормально, пойдет. Угу, сколько у тебя там? Ну, 181, но что-то как-то не густо. Что это такое вот это вот? 203, это что это вообще? Это какая-то фиолетовая... свечение, старскрин. На кой черт они вообще нужны, спрашивается. Для чего? Может быть, что-то покупать, видимо? Так, ну ладно. Короче, давайте-ка сюда. Все. Ну, думаю, в принципе, пойдет. А теперь осталось только ребят добавить в команду. Так. Так. И кого? Ну, и Эренхайда, естественно. О, 507, ни хрена себе. Да нормально вообще, прям замечательно. Мираж наша главная ударная сила будет. Хотя не факт, что он сильнее Оптимуса окажется. Угу. Все, думаю, самое то. Ну что, погнали? Посмотрим, что у нас там за заданец-то. Отслеживающие системы воина помогают классу разведчиков. В общем, как-то эти классы взаимосочетаются. Надо глянуть, что они там умеют делать. Я так полагаю, видимо, если ты команду собираешь из класса, то они как-то вместе это самое. Так, эй, где Прайм? Это не твое дело. У меня, как бы, я взяла с собой дробовик на эту миссию. Может быть, ты хотя бы скажешь мне, кто ты такой? Так неприемлемо, но не имеет значения. Я судья, Квинтэссон судья. Ярость, и я заставлю молчать своих врагов. Врагов? Ха, классно, превосходный путь держишь. Ну, во всяком случае, не нужно стрелять. У меня все работает как бы и так нормально. Ну и хрен с тобой. Погнали, короче. Ох ты, гримулок, ядрена вошь, а? А что это такое, смотрите, да? Какая-то хрень там. Странно. Нет, вы гляньте, какой он здоровый, это же офигеть просто. Здоровенный! Ну, кто с ним будет драться? Ну, естественно, давайте-ка, я думаю, Эренхайд подерется. Посмотрим, что сможет сделать Гримлок против нас. Предыдущую локацию я, кстати, зачистил, все. Оказывается, там есть какие-то секретные... Ну как, не тоже секретные места. Если идти по другому пути, часто встречаются враги, которые гораздо по уровню опережают это задание. Но если ты выполняешь полностью локацию, ты получаешь за это награду. Угу. Ах ты! Иди нафиг! Вот так вот, вот так! О, хорошо! Все. Так. Давай, 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 давай. Бей его, бей его. Так. Ах ты, зараза. На, на. Вот так вот. Еще раз. Опаньки. Слушайте, он как-то так странно пригибается. О-хо-хо, он тоже пуляет, вы гляньте, а. Ну, ему это не помогло. Да. Это хорошо, что мы хотя бы Эренхайда прокачали, да? Вы гляньте. Вот, казалось бы, он ниже по параметрам, но дерется, тем не менее, классно. Так, двигаем сюда. Минус энергия. Что это такое? А, здесь пройдет, видимо, только Оптимус. Интересно. Так, ну ладно. Все. Что случилось? Батареи кончились! Ну чё, давайте получим еще что ли. Давай-ка получим. О, чё-то купили. Нормально. Я не понимаю, сколько надо. Сколько надо-то? Чтобы сюда попасть. Т1. А, стойте, надо, видимо, использовать. Вот. Во, используем. Ну-ка. Зря я, видимо, купил, да? Это, кажется, полная установка для миссии была. Ну ладно. Кто у нас тут? Прол. Ну, кто с тобой будет драться? Вижу, ты не иллюзорно крут, как бы. 204 аж. И у Миража что-то с ним какие-то эти разногласия. Странно. Видимо, один класс как-то против другого может что-то противопоставить.
И тут как бы звезда не решает все. Ну ладно, тогда погнали в бой. Будет Оптимус драться. Что ж теперь? Давайте посмотрим, что сделает Прол. Угу. А вот, опустошитель имеет преимущество перед классом тактиков. Тут видите ли, класс имеет перед кем-то слабость, а перед кем-то преимущество. Вот, видимо, в чем как бы все это выливается. Вот они все эти плюсы-минусы. Надо только руководство открыть где-нибудь. Опа-на, нормально. Раз, два, три, на. Вот так вот. Тут они офигели, а. Так, давай. Опа-на. Все. Нормально, замочили. Надо экономить здоровье. А то мало ли что. Угу. Так, уже интересно. Чё-то мы куда-то свернули. Это реально поворот не туда. О! Опять куда-то предлагают нам свернуть. Да ёлки-палки. Так. А, что это такое? Квитасоны говорили, что мне придется ждать отряд кибертронцев на своем пути, но... что я могу сделать? Так, ты, похоже, ассасин и боевой командующий. И отряд этот собирается научить тебя. Научить чему? Уроку? Невозможно! Мотомастер, ё-моё, блин, а? Ты слаб. И твой командующий человек... или... А, ты как бы слаба, и твой командующий этот человек... И так этот весь твой называемый отряд недостоин того, чтобы я тратил на вас время. Я хотела сказать... хотел научить тебя уроку по контролю гнева. Но скоро будет как бы школьная сессия. Приготовься. Ладно, так, смотрите, можем тут, а можем там. Давайте сюда свернем. Тут какое-то прямо интересное место такое. Так, давай. Погнали. Да ёлки-палки, что это открылось-то такое, а? Давай, погнали! Во! Windblade! Ах, ну кто с тобой будет драться? Ну, Мираж, походу, будет драться. Оптимус. Хотя можно и Оптимуса, в принципе, почему нет? Ну, особая разница, я тут как такого не вижу. Давайте глянем, что Мираж. У нас все-таки прокачанный тип, как-никак. У него, может быть, какие-нибудь новые приемчики есть. Надо посмотреть. Так. Да. Нужно, я думаю, самую разнообразную команду из классов набирать. А это получится, видимо, только тогда, когда я открою полный состав автоботов. Это что еще за нахрен? Так. Давай. Ой, блин, а. Так тебе. Так тебе. Ох ты. Все. Давай. Стреляй. Опаньки. Есть. Ах ты, зараза. Так. Есть. Опа-на. Да ты не офигела ли, а? Сумасшедший. На, вот так вот. Ну, что-то как-то, знаете ли, тяжко слишком. О, забили. Так. Во, нормально. Опа-на. Все. Давай, бей ее! Ух ты! Есть! И давай, понеслась! Вот так вот! Есть! Ух, нихера! Вот это удар в челюсть просто с ноги! Ну вот видите ли, вроде три звезды, а как-то что-то не ахти. Увеличено максимальное количество энергии. И увеличено максимальное количество вот этого ора 13. Нормально, уровень 12. Кстати, вот то, что увеличена энергия, это очень хорошо, ребят. На самом деле, мне это как раз надо. Помните о блоке? Вот прям так, знаете ли, быстренько так мелькнуло. О, а это кто? Баррикейд! Ну, видимо, придется Оптимусу разбираться с ним. Так, ладно. Угу. Так, блок. Так тебе, давай. Ух ты! Чё-то ребята какие-то тут стали более крепкие. Что-то мне это даже не нравится. Так, ах ты, зараза. Давай, лупи его.
Ах ты, зараза. На! На! Так тебе, во! Слушайте, я даже прямо блок порой умудряюсь ставить каким-то чудом. Правда... Чё-то вы такой урон наносите, дикий. Я вообще балдеваю. Друг другу влупили. Вы гляньте, моего Оптимуса почти разобрали. Чё-то прямо... Ситуация с каждым разом становится все труднее и труднее. Надо... Опа-на! Нихера себе встреча, походу. Оптимус Прайм. Причем из вселенной фильмов. Интересно, ну давайте-ка Айронхайд разберется из соответствующей вселенной. Посмотрим. Ну-ка. Сейчас отеглянем конкретно, откуда он, из какого фильма. И там уже видно будет первый фильм. Так тебе. Слушайте, а вы видали, да? У него пушка-то другая. И атаки, ой, блин, это обалдеть, это не просто смена скина. Охренеть! На! На! О, он и этот, ну, естественно, в грузовик трансформируется. Так, давай, 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 стреляй в него. Слушайте, а он дурак, походу. Блин, а что еще ожидать от фильмов Майкла Бэя? Тут все очевидно, как бы. Так. Давай-ка. Просто на обстрел бежит. О! Сумасшедший. Ну, давай с тобой разберемся. Эй, мотомастер, мы здесь, чтобы помочь тебе разобраться с твоим гневом. Серьезно? И чё же так долго? Мы хотели дать тебе некоторое время, чтобы ты приготовился. Возможно, тебе это и поможет. Мне не нужны какие-то стунктиконы, чтобы размазать вас. Когда я здесь закончу, вы будете представлять из себя не более чем кучу ржавого металла, готовый к отправке на свалку. Угу. Ну, кто будет с этим? Блин, так и хочется его мотодрючелем назвать. Так, ладно, так, это так. Ну, чё, в принципе... О, у Оптимуса преимущество над ним, забавно. Ну, давайте тогда Оптимус с ним подерется. Почему бы и нет, собственно. Так, ну-ка. Чё-то я так подумал, этот вот фиолетовый энергон не стоит тратить. Это, скорее всего, а-ля какая-нибудь премиумная валюта. Надо вообще разобраться, что здесь, да как происходит. Опа-на! Ох ты! А, смотрите, он ни хрена не может толком пробить, зато я его... Видали, да, как? Так тебе. Так тебе. Опа-на! Есть! Есть! Ах ты, зараза, а! Ох, я урон наношу, а! Так тебе. Есть! 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 Ох, хорошо! О, нормально! Вот это я дал, да? Вообще просто обалдеть. Ну, Оптимус, ты вообще прямо красавчик просто. Вот универсальный, действительно, на все ситуации практически. Угу. Так, награда, смотрите, 5 энергона дали. Считай, что практически окупилось и на 91% исследовано. Тут всего лишь два пути в этой локации, поэтому можно прямо сейчас вот... Взять и выполнить задание. Так, ну в принципе эту же команду возьмем, я думаю, почему бы и нет. Почему бы и нет. Так, это все ясно. Двигаем. В этот раз только пойдем прямо. Не будем сворачивать. Но с Гримлоком кто будет разбираться? О, у Оптимуса преимущество, вот пусть он с ним и дерется. Я думаю, тут все-таки стоит, знаете ли, вот выбор делать, исходя из того, какие преимущества дает один класс над другим. Благо, у нас есть выбор, так сказать. Наверное, против других игроков там все будет зависеть от того, у кого какой набор будет. Так, во! Во! Во, нормально. Нет, вы гляньте, да? Он даже ни хрена сделать не может. Хотя тут, в принципе, ты... Ох, ёлки-палки, нифига себе. Оно-то и ясно, что у Оптимуса и общие показатели больше, но... В тот раз так это не сыграло огромной роли. Все-таки... Преимущество класса здесь огромное значение имеет, я так думаю. Двигаем прямо. Сворачивать не будем. Угу. Грин Дора. И опять у Оптимуса Прайма преимущество. Ну это же просто обалдеть, друзья. Ну Оптимус прям чудеса творит.
Ей-богу, у нее такой класс, по всей видимости. Так, тактик, или как он там называется. Тактический. Возможно... Может быть, этот класс такой, знаете ли, особенный. Хрен его знает. Может быть, у него практически над всеми преимущества. И каково соотношение преимуществ к диаметрально противоположной характеристике по отношению между классами? Это все надо узнать. Определенно, потому что, я так полагаю, в этом залог победы даже над более прокачанным соперником, там, у которого более выдающиеся показатели. И поэтому, я думаю, нам надо как бы сделать упор на то, чтобы получить как можно больше свой отряд автоботов и десептиконов разной классовой принадлежности. И тогда, я думаю, победа будет у нас почти в кармане при любом раскладе. Угу, двигаемся сюда. О, ну опять несемся прямо. Так, это Проул, что ли? Разговор уже был. Кто там у нас против разведчиков силен? Ага, так, ну это так себе. Во. А, какой Проул? Сайд-свайп! Ни хрена себе, я только сейчас обратил внимание. Это же сайд-свайп. Забавно. А интересно, вот эти вот классы, они жестко закреплены за конкретным персонажем из конкретной вселенной? Или я могу встретить абсолютно точно такого же Оптимуса Прайма из такой же вселенной, но с другим классом? Вот это будет крайне интересно узнать, на самом деле. Так. Ох ты. Ну чё, ни хрена не получается, да? Опа-на, на, ох ты, нормально. Тихо. Есть. Ух ты, зараза. Ну ладно. Да бей ты его. Во. Все. Ну, все. А что случилось-то? Я даже его не ударил. Он что-то так это... Встал, а потом передумал. Ну нафиг. Я буду валяться лучше. Ладно. Нормально. Быстро, однако, все получается. Ага, Оптимус. Оптимус против Оптимуса. Заметьте, наш Оптимус как бы лучше, чем Оптимус вселенной фильма. По крайней мере, классовое преимущество какое-то. Хорошо. Да что ж там хорошо. Просто замечательно, я бы сказал. Охренеть, как здорово. Так. Загрузка. И все-таки, где мы находимся? На какой планете? Сейчас вот мы на Земле находимся. У нас такое ощущение, что порталы вот эти вот расположены на какой-то планете, которая постоянно кидает. Но это из фильма, кстати, по-моему, разве нет? Вот эта вот хренотень, которая засасывает там все, смотрите, на заднем плане. Кстати, классные арены здесь в этой игре. Вот прямо реально так все движется. И задники классные прям. Я вообще балдею. Давай, забивай его. Вот так вот. Ой, хорошо. На. Так. И раз. Опа-на. Все. Вырубили. Не дурно. Блестит-то классно. Обалдеть. Хорошо. И остался наш этот мотомастер. Ну, давайте посмотрим. Так, разговор этот уже был. Управление гневом. Команду бы его к нам. Ну, смотрите, опять Оптимус. Оптимус вообще какой-то универсал у нас просто. Обалдеть. Кстати, что у него там за характеристика? Ух, нихера себе. У него критическому урону. Видали, да, какое усиление стоит? Значит, наша задача не попасть под критический урон. А, вот. Преимущество перед воинами. Вот у Браулера против воинов. Хм. Интересно. Очень интересно. Так, давай. Ну вы гляньте, да, какой урон наношу? Это же с ума сойти. Да иди нахер. Опа-на. Я даже сквозь блок наношу чудовищный урон. Давай, вот, забивай его. Ой, хорошо. Так тебе. Слушайте, то ли у меня, не знаю, дальняя атака такая чудовищная. Но я, по-моему... От стрельбы наношу больше урона, чем в рукопашке. Во, все. Ему не помог его меч. Нормально. А интересно, из последнего фильма, если Оптимус будет, он с мечом будет драться?
Ой, да так хочется посмотреть всех вот трансформеров, которые есть в этой игре. Было бы просто замечательно, на самом деле. Вернемся назад. Мы собрали всю награду, выполнили на 100%. Ну и думаю, друзья, давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх, делились ссылочкой. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья и приятного настроения. Всем пока.